Свій день народження сьогодні святкує Українська служба інформації. Цього року видання відзначає свій ювілей – 5 років. За цей час одеське медіа встигло провести низку гучних розслідувань, а також створити успішний YouTube-контент. Детальніше про все дивіться в наступному сюжеті. Українська служба інформації відзначає 5 років у медіапросторі Одеси та області. Портал «Усі» якісно вирізняється серед інших ресурсів, адже крім оперативного подання новин, аналітичних матеріалів та розслідувань, створює унікальний відеоконтент на своєму YouTube-каналі. Журналісти викривають чиновників-корупціонерів та знімають соціальні проєкти про проблеми одеситів. Це точки на карті, тому що їх я придумав з нуля, грубо говоря. Были когда-то похожие проекты в Одессе, но они были совершенно не такого формата, это было не про серьезные какие-то расследования. Ну, я бы даже расследованием, даже свои точки на карте назвал, это больше такая глубокая аналитика. Но просто все равно никто этого не делает, и это красивый формат, который позволяет там делать пролет из дрона, то есть зрителю нравится смотреть, плюс ему объясняется проблема города. Я показываю, составляю карту из каких-то определенных проблем, выбираю какую-то одну проблему, тематику этого выпуска. Это может быть оползень, это могут быть обрушения домов, это может быть какая-то коррупция. Сейчас будет выпуск про ремонты дорог. Я собираю эту информацию, выкладываю ее на карту, чтобы это было наглядно абсолютно, где, сколько, кто, зачем, почему. И, то есть, и объясняю это в видео, то есть в формате. Амбітну команду дуже надихає довіра одеситів та мешканців регіону, які постійно читають онлайн-видання та дивляться нові випуски проєктів. В цьому році ми ульотні вихідні придумали і зробили обзори на різні пляжі, на різні міста в Одеській області, в Одесі, де можна віддихнути, погуляти, пофоткатися просто красиво. Была инспекция, это был очень серьезный проект во время Троицкого. Начался, мы поехали по вузам смотреть, а как там с пожарной безопасностью. Ну и тогда объехали около 20 вузов, колледжей в частности. Головна мета – усі подавати інформацію достовірно, оперативно та зрозуміло. Мені подобається облегчати новини, робити їх максимально легкими для людей, для тих, хто дивиться ці новини. Робити їх прямо... Чтобы совсем легко, чтобы совсем приятно, чтобы оно было до 3 минут, в лучшем случае 1,5 минуты. Вот. И людям это нравится, и мне безумно приятно, когда они пишут комменты, когда они реагируют на это, я готова снимать еще. За ці роки Українська служба інформації пройшла багато випробувань. І погрози чиновників, і напади невідомих, та навіть злом сайту. Один із ударів, який мені прийшлося пережити, на першому році своєї життя усі уничтожили. У нас ми зробили ряд таких достатньо серйозних матеріалів про одного тогдашнего народного депутата, связанного с IT-сферой, скажем так. И, в общем-то, на следующий день наш сайт был уничтожен. Он был уничтожен вместе с базами данных. Он просто вот УСИ был уничтожен, архив был уничтожен полностью. И мы очень быстро восстанавливались, просто в каком-то невероятном... Просто это было... Я даже не могу этот ритм назвать, потому что мы проснулись, а сайта нет. Ну, его просто нет. И он создавался просто вот на коленках, потом мы начали исправлять, у нас было такое, что больше 10 тысяч просмотров сайт ложился, ну то есть не досы так, а просто сам по себе, потому что на коленках его восстанавливали просто с нуля. Екс-редакторка видання Ірина Гриб каже, «Усі» – це не просто успішний медіапроєкт. Це унікальна, творча і дружна атмосфера, яка залишається із тобою назавжди. Я до сих пор общаюсь со всеми, дружу. Я в Києві, коли вони ко мені приїжджають в гості, ми бачимося, ми дуже багато общаємося. І мені не чужі ці люди, не чужий сайт. Ну, это мой ребенок. Это я всем говорю о том, что никогда чужим не будет. Он просто вырос, он женился. Да, ну, я, наверное, это очень эгоистично, но он никогда не будет для меня чужим, эти люди не будут чужим. Потому что, ну, слишком много было потрачено сил, энергии, идей и любви.
Українська служба інформації невпинно розвивається, створює нові формати та впроваджує нововведення. Зараз успішну команду очолила відома одеська журналістка, телеведуча, поетеса та заступниця редактора «Сьомого каналу» Тетяна Милимко. Я как раз вела ребенка в школу, и у него там очень много новых одноклассников появилось, и он делился по дороге, что он переживает, не знает, как с ними знакомиться, не знает, как себя с ними вести. И я его успокаивала, рассказывала ему, как надо, а потом он приходит со школы, и я говорю, ну что, сынок, теперь мне расскажи, как надо, потому что я иду в новый коллектив. Ну, все люди взрослые, все знают свою работу, я знаю свою работу, мне есть чем поделиться, мне есть что сказать, и ребятам есть чему меня научить. Новий рік для видання буде новим стартом. Адже відтепер усі розповідатимуть не лише про найголовніші події Одеси та регіону. Я считаю, что издание должно быть широкопрофильным, что издание должно не ограничиваться только на одесских событиях и только лишь там на политике или еще на каких-то направлениях. Нет. Должно полностью вникать во все сферы жизни, потому что все эти сферы взаимосвязаны точно так же между собой. Правильно. И вплоть до каких-то мировых событий, которые тоже нужно анализировать, потому что в итоге они могут отразиться и на Одессе в том числе. Я более глобально здесь вижу возможности этого ресурса. И, конечно, очень нужна поддержка и читателей, и зрителей, которые будут готовы отдавать свой голос, свой клик вот этот, да, про свои просмотры.